короче, у меня сегодня в планах снять цветение на горе Намсан. Я сюда доехала на автобусе, как в прошлый раз, пешочком. Это был, конечно, странный экспириенс, потому что сегодня выходной, сегодня воскресенье, и все сюда едут. Поэтому это просто было очень людно, там такая очередь стояла на автобусной остановке, что просто капец. Но это того стоило. Вот, в общем-то, насколько людно это вообще дело. Тут прям огромная такая толпа людей, которые сидят смотреть на цветение вишни именно на горе. Открывается с горы Намсан, вот, если смотреть с смотровой площадки. Вот, сзади меня сама башня тоже находится, в которой можно подняться. Там, кстати, крутые туалеты. Вот, в прошлый раз я поднималась, и самое крутое, что там видела, ну, точнее, не то, что самое крутое, а то, что меня впечатлило, это туалеты с видом на город. То есть там абсолютно прозрачная стена, поэтому ты, когда вот делаешь свои дела, ты можешь наслаждаться прекрасным Сеулом, поэтому это прям очень крутенько. Я чувствую себя тем человеком, который нашел тайную локацию, потому что здесь вот просто очень круто видно, но никто ничего не фотографирует. Вот как сейчас выглядит вообще цветение вишни на горе Намсан. Это прям очень красиво. Это с другой стороны. Прям вот так вот. Фоточка для памяти, что я эту вишню видела и что я здесь стояла. Блин, я так вижу, там еще люди есть, вот с другой стороны можно прям посмотреть. Короче, ну я думаю, что цветение на горе именно Намсан одно из самых красивых вот мест, которые я видела вообще в Корее. То есть, если в Сеуле, то, наверное, идти стоит все-таки сюда, потому что там такие пейзажи сзади, что просто зашибись. Поэтому это прям топчик, если в Сеуле. И очень много велосипедистов, которые... Вот, спасибо. Вот велосипедисты, которые просто объезжают туристов. Так вот все идут вниз или вверх. Вообще, если честно, вот вверх идти тут тяжеловато. Я в прошлый раз поднималась, и как-то, конечно, можно, но с подготовкой.